Всем привет, друзья! Бультерьер на старте. Не рассказывал я вам, позвонил человек насчет бампера. Помните, где-то сколько там, уже недели полторы прошло. Так, у нас там ремонт на первом этаже, ходим через второй. Здрасте, идем, идем, вперед, вперед, вперед. Да, да, поздоровалась, вперед. В общем, позвонил в тот же день в Инстаграме, в Фейсбуке. И везде не спросил я у него, где. Кого-то прислал. Не спросил, где он увидел, но позвонил в тот же день, когда я нашел бампер. Говорит, это мой с Е36. Это прислал человека, сейчас отдадим. Так, грандик по-прежнему работает нестабильно. Ну то хоть Сашин бампер или нет? Да. Точно, да? Там не зеленый, да? Да, такой это. А что, он уезжал, да? Там, да, я не буду уезжать, если что, нам на горку надо. А что, дрифтеры вы? Да, да. Точно, да? А ну, он или нет? Вин. Да, на стяжках, да. Сколько стяжки? Забирайте. Ну еду, смотрю, лежит, думаю, это же люди потеряли. Вижу, что беховский. Мы приехали. Целенький, все, как новый почти. Сел в машину, поехал назад. А, не нашли, да? Приехал себе домой, как говорят. И не нашли. Не мой, а где он увидел? В Фейсбуке, в Ютубе или в Инстаграме? Это надо ему звонить, спрашивать, да? Влезет в Опель. Да я ж думаю, кто-то переедет, а он в среднем ряду лежал. Как раз вот за светофором. Ну, где Дарья с Григоренко выезд налево. И сразу он, видно, дрифтанул там или что, я не знаю, с поворота, не? А. Тут було пристебнуто, а з тієї сторони він стяжку не вцепив. Не одел, він, да? Він, виходить, не повертали, він, мабуть, посунувся, і та стяжка лопнула, він відпав. І да, не услышали, да? Машина звонка, мабуть. Ми на лафеті її везли. А, на лафеті везли? Да, на лафеті. Ёлки-палки. Ну, видите, я думаю, смотрю бампер, думаю, сейчас кто-то переедет, а вы же пока вернетесь, то ли кто-то переедет, или потеряется. Мы на заправку заезжали, а. Тут на UPG. Він був, а говорю, сам він на заправці був, то я додаю 100%. А мене всі смотрять, думаю, хтось ж увидит, скаже. А коли-то Саша, вон, друг йде. Ух ти! Амі, привіт. Да, да. Есть, есть, я і наберу йому. Наберете, а він там, дуже благодарний там. Та, тут. Пожалуйста, удачі. Вот так нашелся хозяин. И дружбан нашелся бультерьеровский. Та бампер нашел как-то. То люди приехали, на дороге лежал. А как ты его нашел? Лежал посреди дороги как. Подобрал, да, бросил в зеленую мечту. Лежит он уже дней 10, наверное. Ами, что, дружбан? Привет, Ами. А видишь, какой? Чарли ко мне. Чарли. Какой ты вырос красивенный, красивенный. Чарли, иди, Чарли. Иди, иди к подруге. Иди, с бультерьерами надо дружить. Узнала, узнала, глянь. Глянь, как нос в нос. Ой, умереть можно от вас. Барабаки смешные. Ладно, сейчас Саше позвоним, спросим. Алло. Алло, Саша, это Руслан. Все там я отдал человеку. А? Отдал бампер человеку. Бампер, бампер. Какой бампер? Бампер. А? Да, все, я понял. Спасибо большое. Хотел спросить, а где увидели? В Ютубе, в Фейсбуке или в Инстаграме? В Инстаграме. В Инстаграме, да? Я понял. Ну все, спасибо, да. Пока. И вам большое спасибо. Видите, в Инстаграме, блин. В Инстаграме больше всего людей видят. Хотя там подписчиков мало. Хотя в Киеве, наверное, много. Вы точно подписчик или нет? Нет, я давно удалился с подписчиков. А что, устал смотреть? Бультерьер видео выкладывает, бородач говорит, пока меня дома нет. Не в стриме, нет? Не-не, просто снимаем.
просто скоба. Ами, все, идем домой, продолжение надо делать. Вторую часть. Кипочки, как будто 35-летний а шо? Паренек. Что она нашла? Смотри, какой-то железяк. Это золотой. Это Поршень, этот поршень главного тормозного. Ну ты же не видишь? Да? Подожди, нет. А что это? Да. Прикуриватель, кажется. А? Нет, прикуриватель, нет. Прикуриватель? Я не знаю, из главного тормозного. Кто такого придумал? А, нет, прикуриватель, наверное, да? Ну, что-то похоже. Как у тебя дела, как подписчики? Подписчики добавляются, но медленно. Такие. Ты завязал с рынком? Не работаем каждый день. Каждый день работаем. Да, Ами. Сейчас пойдем фолловерам показывать продолжение. Блин, у тебя голос подъем. Так, все, всем пока, друзья. Бампер нашел своего хозяина. Ну а мы сейчас вам пойдем продолжение показывать.